И так сварила. Вот такой супчик с фрикаделечками. Ого, парует. Сейчас будем кушать. Такой красавчик, что аж запотела эта камера. Вот такой красавчик. Чуть-чуточка соли. Фрикаделечки, картошечка. Вот такой. Сейчас трону, будет мутниться. Вот, картошечка, морковочка, фрикадельчики, сайды. Вот такие хорошие, видите? Вот такой супчик. Никакого жира я не бросала, жир с рыбки. Вот. Чудненько. О, пар. Парует. Так, сделаем мы блиночков. Опа. Яйцо. Немножко сахарку добавим. Фокс. Чуть-чуть, а то гореть будут. Сольки. А может, надо сначала взбить? Сахаром. Хорошее яйцо, гляньте. Вот и бы брала рассыпную. Так, с яйцо, сольки. Чуть-чуть. Сольки, сольки, как всегда, своей любимой соды. Ой, господи, как это было. Хватит соды. Перемешаем. Молока сегодня не будет, на воде. Что сделаешь? На воде, так на воде. Так, водичку выливаем. Не знаю, много или нет, у меня муки мало. Там плавает не этот, не цыпленок. Гля, а что это такое? Хихерная морковка. Ну и мука, 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 мука. Мука. Мука, мукица. С мукой надо осторожно, потому что мука это вся, чтобы не пересыпать. А то пересыплю и не знаю, что получится. Или водички добавлять. Одно яйцо, чтобы они пеклись. Наверное, хватит. Наверное, хватит. На улице хорошо сегодня. Пасмурно, но сухо. Так, разбить комочки надо, да, и надо все-таки, наверное, подождать, чтобы оно разошлось. А то я вечно не жду, бегом делаю, и они потом не так получаются. Надо подождать, чтобы были хорошие, потому что я же хочу фарш завернуть у них. Вот так. Вот так. Казаночек я опять спалила, варила кашу манную и пригорела дно. Хорошо, что один старый, один новый.
Тут все казанки я попалю. И покупать надо каждый день будет. Так. Ну вот, напекла таких чумазеньких. Теперь положу рыбный фаршик. Вот так. Вот так вот покладем. Побольше, что у нас тут. Жалко, нам не жалко. Главное, чтобы вкусно было. Такой фаршик у меня. Обжарила. И вот так вот заворачиваем трубочкой. Опа! И красота. Пальчики оближешь и продолжаем дальше. Сейчас мы еще один блиночек пожарим. Переворачиваю лопаточкой. А то говорили, где лопатка. Вот лопатка. Так, маслечко подолью. Что, мало масла я налила? Надо подбавить. Такая сковородочка. И сейчас я сюда налью. Сейчас мы выльем. О, господи, не развернешься здесь. Вот так вот блинок будем наливать. Оп. Все, на сковородку налили. А теперь на огонек. И отлично. Вот так. Угу. И на плиту. Так, это жарится, это парится. Сейчас я покажу вам. Опа. Жарится. Итак, последние блиночки. Сейчас мы их заделаем съедобными. Так, у нас есть такая начиночка. Как раз мне хватило на все блиночки. Так. И вот так заворачиваем. Посуды не вымазываем больше. Вот так на тарелочке и сюда. Остальное на этот блиночек. Так, крошки все жирные. И вот так. Вот такие у нас, братцы, кролики получились. Отлично. Вот такой у нас будет завтрачек. Вот такие красавчики. О! Не те, какие хорошенькие. Вот такие. Поджаристые. С рыбным фаршем сальды. Сочные. Вкусные. Горяченькие. Только осталось чаек сделать.
Варенички буду делать большие, я не хочу маленькие. Такс. Такс. Тесто хорошее. Я не перелила воды. А то перелила бы воды и все. Такс. И с мукой бы была проблема, так как я последнюю муку. Видите, мне помогла интуиция. Вот так. И вот одинаковые. Кто говорил не одинаковые? Вот все одинаковые будут. Я руками раскатывать не буду, чтобы они не текли. Так, руками. Раз, раз, раз. Вот такие варенички будут. Угу. Я соды добавила. Соль, вода и сода. Все, и мука. Так, откладываем следующий. Так, теперь мы сюда покладем много вкусненького малинки. Замороженная, мерзленькая. Ох, что я, наверное, уже много положила. И сахарку чуть-чуть вот так. Теперь раз. И будет вареничек. Вот такой красивенький, аккуратненький. Вот такой красавчик у меня получился. О! Вот видите, тает уже. И сразу это. И будет водиться с него. Угу. Все, откладываем следующий. Мерзлую немножко неудобно набирать, но зато не растекается. И поехали. Вот такие красавчики-вкусняшки. Вот, хозяйки мы, хозяйки, если надо, все мы сделаем. Дело за продуктами. Было бы за что покупать продукты, а так проблем никаких. Все получится. Также и блины. Побольше яиц, почище. Сковородка, также все экономим. Опа, все. И готово дело. Тесто очень нежное, мягенькое. Поэтому оно не будет тяжелым. Вот такие варенички.
кисло-сладенькие. Вот такие, друзья, хорошие. И вот этот вареничек сейчас еще заделаем. По-богатому, побольше. Так. Раз. То что я там буду с одной ягодкой? Я такое не люблю. Я люблю, чтобы покушать. Во. Все, эти 5 штучек будем варить. Вот сейчас отварим. Итак, вареники готовы. Насыпаем сахарку сюда. Осталось немножко малинки. Вот так сахарка. И будем сюда вытаскивать варенички. Ох, красавчики, да? Вот они. Вот так. А эти отправляем вариться. Не знаю, как их помешать, чтобы не порвать. Ладно, пускай будут так. Вот такие красавцы. Так-с. Сейчас я ручки спала, ну. Так, эти отварили. А эти забросили. Вот так, раз, и все. Всем приветушки! У нас сегодня варенички с малинкою, кофе. Вот такой кофе заварной. Елочка. Зайчиков я уже покушала. Зайчиков и Дедушек Морозов я уже поела. И блиночки у меня есть. Вот как-то так, как-то так. Ахаха. Сейчас поставим мы этих друзей наших. Опа. Вот наш Дедушка Морозик. Ёлочка, варенички, кофеёчек. Ммм.
Очень вкусненько. Так, ну с чего начнем? Наверное, начнем с блиночка. Блиночек положу на блюдечко. Вот так раз. Салфеточку возьмем. И приступим к поеданию. Знаете, очень вкусные блины. Вот я крошечку уже пробую. Ну, что я сделала? Я поставила тарелку и начала же убирать кухню после готовки. Пол заметать там все. И машинально руками у блины. И придавила их. Ну, ничего. Я думаю, что ничего не изменится. Придавила, не раздавила. С рыбным фаршиком. Такой сочный, так вкусно. Ой, этот блиночек я взяла, раздавила. Да, Борки тоже хочет. Очень сочно, очень вкусно. Можно было поменьше положить, но было бы не так вкусно. Начиночки люблю много. Я вам советую, делайте с рыбными начинками блины. Очень вкусно. Объедение. Сочная. Если бы их завернул, меньше было бы начинки. Ой, мне там только что пришел комментарий. Вот, квартира ужасная. А пришлите доллары, и будет не ужасная. Кто там такой умный? Ужасно. Это с этой. С западной там, наверное. Понаписали. Очень вкусно. Да. Обалдеть. Какая вкуснятища. И вареничек. Закусим вареничком.
Юшечка. А. Надо кушать тут тоже ручками. Малинка оставалась не вся влезла в вареники. Так я сюда эти варенички бросила и сахарком присыпала. И получился еще такой десерт. Вишенка на торте. Малинка сверху. Это неописуемая вкуснятина. Очень вкусно. Точно. Ну вот и подкрепились. Кофеёчком запили. Очень вкусно. Всем спасибо, кто был со мной. Мы с вами умницы, наготовили, покушали. Подписываемся, ставим лайк, пишем комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.